Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим тему теоремы о вероятностных событиях. Первая задача. Известно, что в некотором регионе вероятность того, что родившийся младенец окажется мальчиком, равна 0,512. В 2010 году в этом регионе на 1000 родившихся младенцев в среднем пришлось 477 девочек. Насколько частота рождения девочек в 2010 году в этом регионе отличалась от вероятности того события, этого события? Найдем частоту рождаемости девочек в этом регионе. Для этого от единицы отнимаю 0,512 частоту рождения наших мальчиков. Получится у нас 0,488 тысячных. Теперь надо найти вероятность того, что в 2010 году в этом регионе родились девочки, а их у нас 477 из 1000. То есть получается 0,477 тысячных. Для того, чтобы ответить на вопрос, нам надо отнять от частоты нашу полученную вероятность. Получается у нас 0,488 тысячных, отнять 0,477 тысячных. Ответ получается 0,11 тысячных. Вторая задача. Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо или не пишет, равна 0,19. Покупатель в магазине выбирает одну такую ручку. Надо найти вероятность того, что эта ручка пишет хорошо. То есть мы должны найти вероятность того, что пишет уже хорошо. То есть отнимаем от единицы, и ответ у нас получается 0,81. Следующая задача. Третья. Стрелок 4 раза стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,5. Найдите вероятность того, что стрелок первые 3 раза попал, а в последний раз промахнулся. Здесь нам надо сначала все это написать. Сначала наш стрелок должен попасть. Второй раз тоже попасть, третий раз попасть и в четвертый раз промахнуться. То есть каждое это событие взаимосвязано друг с другом. То есть у нас идет и, мы должны их умножать. Вероятность попадания это 0,5. Второй раз попал, это тоже 0,5. Третий раз попал, 0,5. И надо найти тогда вероятность промаха. Это тоже у нас 0,5, потому что единица минус 0,5 равно 0,5. Получается наш ответ 0,625 тысячных. Четвертая задача. На экзамене по геометрии школьнике достается одна задача из сборника. Вероятность того, что эта задача по теме углы, равна 0,1. Вероятность того, что это окажется задача по теме параллелограммы, равна 0,6. В сборнике нет задач, которые одновременно относятся к этим двум темам. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнике достанется задача по одной из этих двух тем. Мы должны найти вероятность попадания темы углы или вероятность того, что попадется параллелограмм.
Вероятность того, что попадется углы, это 0,1. Вероятность того, что попадется параллелограмм, это 0,6. То есть здесь у нас идет сложение двух вероятностей, потому что я выговариваю или. У меня может быть углы или параллелограмм. Получается ответ 0,7. Пятая задача. Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что сумма двух выпавших чисел равна 4 или 7. Всего сколько случаев у нас могут быть? Игральная кость у нас от 1 до 6. Это я один раз бросаю. И если я буду бросать второй раз, это у нас тоже 6. Сколько у нас тогда получается ответов? Здесь у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7 в сумме после выбрасывания двух игральных костей. Заполняю таблицу всевозможных случаев. И отвечаем на конкретно поставленный вопрос. У нас вопрос. Найти вероятность того, что сумма выпавших чисел равна 4 или 7. 4 у нас сколько от случаев? 1, 2, 3. Вероятность четверки у нас 3. Теперь вероятность 7. Семерочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть данная таблица нам очень помогает найти всевозможные случаи ответов. Их всего 6 на 6, получается 36. Чтобы ответить на вопрос, найти вероятность того, что двух выпавших чисел равна 4 или 7, мы должны сложить эти два случая. Вероятность четверки и семерки. То есть это у нас получается 3 плюс 6 разделить на 36. 9 на 36, то есть 1/4. 0,25. Рассмотрим всю красоту применения нашей таблицы. Здесь у нас имеются все возможные случаи при бросании двух игральных костей. Все 36 случаев. Давайте рассмотрим вероятность того, что у нас при бросании двух игральных костей в сумме выпадет 7. То, что я выделила, мы все прекрасно видим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это 6 благоприятных исходов из 36 возможных. То есть вероятность выпадания в сумме двух игральных костей, это у нас 1/6. Рассмотрим еще возможность того, что будет вопрос уже другой. Например, более 7 очков должно выпасть при бросании двух игральных костей. Более 7 очков. То есть наши ответы — это те числа, которые находятся с этой стороны. Более 7, строго больше, чем 7. Таких чисел у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 из 36.
То есть вероятность того, что выпадет у нас более 7 в сумме при бросании двух игральных костей, это 15/36. После сокращения это у нас будет 5/12. Можем также найти менее 7, не более 7, не менее 7. То есть, когда у вас на руках наша таблица, я могу ответить на все вопросы, которые задает нам задачник. Да? То есть, можем ответить, и зная все-все исходные положения. Давайте рассмотрим следующую задачу. Бросили симметричную монету два раза. Найти вероятность того, что при бросании двух монет выпадет ровно одна решка. Выпадет ровно одна решка. Ну, все мы прекрасно знаем, что симметричная монета, если она не фальшивая, она имеет с одной стороны орел, либо решку. Если я бросаю монеты два раза, у нас могут быть исходы орел-орел, орел-решка, решка-орел или решка-решка два раза. Так как я должна ответить на вопрос, найти вероятность выпадания из двух, после двух бросков ровно одну решку, я отвечаю на вопрос, их у нас два случая из четырех возможных. То есть это у нас 1/2, 0,5. Таким же образом мы можем найти вероятность выпадания, вероятность выпадания орла два раза при трех бросках. То есть исходные случаи у нас уже будут другими. Могут выпасть орел, 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 решка, орел, орел, решка, решка, орел, орел, решка, или же решка, орел, орел, решка, решка, орел, решка, орел, решка, или же решка, решка, решка. То есть все возможные случаи, их у нас 8. И мы должны найти ровно два раза. Два раза у нас имеется здесь. Раз, два, три. Три случая из 8 возможных. Здесь точно так же, как и мы делали в тот раз. Я домножаю его до 1000. И получаем красивый ответ 375 тысячных. Спасибо за внимание. На этом урок у нас закончился.